С днем ангела, дорогие именинники. Слово «апостолы» у нас ассоциируется с числом 12. Далеко не все помнят и знают, что были не только 12 апостолов, были еще апостолы числом 70. Сегодня мы о них скажем несколько слов. Интересно, что евреи считали, что народов, языков, окружающих их, еврейский народ, было как раз 70. Это священное число. И когда Христос избирал 12 апостолов, он избрал их по числу колен Израиля. А вот 70 апостолов, это некое второй лик апостольский, были избраны по числу языческих народов в представлении иудеев. И поэтому можно считать, что избрание этого числа апостолов является косвенным призывом всех народов вообще, кроме евреев, также в Царстве Божие. Сегодня Церковь совершает память святых апостолов от 70. А значит, вместо 1, 2, 5 именинников сегодня их 70. Память моя не вмещает всех имен сегодня празднуемых святых апостолов. Некоторые из них нам известны. Например, Лука, скажем, или Марк, или Трофим, или Прохор. Эти имена не только известны по Евангелию, по святцам, они вжились в наш народ и стали, в общем-то, родными. Есть другие имена, такие как Урван, Наркис, Нигер, которые, в общем, там чужды по общежитию и редко встречаются у нас в святцах. Все они сегодня объединяются этим числом, 70 апостолов, как раз второй лик ученический. Среди них есть люди очень известные и очень знаменитые. Например, Лука, евангелист, ученик апостола Павла. Или Марк, тоже евангелист, ученик апостола Петра. Прохор, известный тем, что был на Патмосе в ссылке вместе с богословом Иоанном, и там записывал с его слов откровение Иоанна Богослова, апокалипсис, самую таинственную, самую глубокую и трудно поддающуюся комментариям книгу Нового Завета. Святые апостолы имели те же дары, ту же власть, ту же благодать и силу, которые имели 12. Они шли в каждый город по двое, не брали с собой в дорогу ни сумки для пожертвований, ни особых каких-нибудь других вещей, только одну перемену одежды, только обувь на ноги, только сумму, и в каждый дом входя говорили «мир дому сему». Если был там сын мира, то мир их там оставался. Если там был человек недостойный этого благословения, мир их к ним возвращался. Они благовествовали, воскрешали, исцеляли, но главное, проповедовали приближение Царствия Божия. Секира при корне древа лежит, и Царствие Божие к нам приблизилось. В этих словах и в подобных им они говорили всем народам, всем израильтянам слова Христовы. Мы благодарны им за то, что они проповедовали нам Троицу Единосущную, что они потрудились в этом удивительном как раз занятии, в благовествовании Евангелия, посланными будучи от самого Христа Спасителя. И сегодня мы поздравляем особенно тех, кто носит имена в честь апостолов от 70. Может быть, Прохор, может, Лука, может, Тимон, может, Пармен, может, Никанор, может, Марк. Много сегодня имен и, конечно же, много сегодня именинников. Мы поздравляем вас, братья и сестры, с сегодняшним днем святых апостолов и напоминаем вам главное из их проповеди. Христос пришел в мир, Христос взял на себя грехи всего человечества, Христос открыл нам двери вечного Царствия Божия. С этим вас и поздравляем, дорогие именинники. Повторяем традиционное «радуйтесь, имена ваши написаны на небесах».